Сияние на дубовой ветке, колокольчик сердце унесла дорогу. И не надо Изэр Алистер Говард, а тем временем прекрасный Хэмфри де Багун выезжает, поменяв попону и котку, поэтому его сложно узнать, и вдруг у него изменились цвета, стал красно-черным наш рыцарь Хэмфри де Багун, мы его привыкли видеть лазорево-серебряных цветах, но вот он буквально преобразился на наших глазах. Уважаемые зрители, хотела бы обратить ваше внимание на щит месье Багуна. Вы видите на нем косу на красном фоне, и это герб в стиле рыцарей короля Артура. Дело в том, что в 13 веке нередко рыцари выбирали себе образ одного из рыцарей артуровского цикла и старались соответствовать ему во всем. Старались каким-то образом повторить его жизненный путь и выбирали соответствующую ему символику. А сэр Хэмфри де Багун выбрал косу. Уважаемые зрители, удар преломлено копье мессира сэра Алистера, а преломлено копье Моргана. Копье Моргана, насколько я могу видеть, преломлено. Тогда поменяйте его. Аплодируем рыцарям. Это был первый курс. Оба копья сломаны. Оруженосцы, прошу подать копья рыцарям. Оруженосцы, чуточку порасторопней, пожалуйста. Господа рыцари, вы готовы? Лессе! Але! Прекрасная скорость! Копье! Я вижу, что сэр Алистер ломает копье. Мессир Морган. По-моему, все-таки нет. Копье не сломано, но, насколько я понимаю, попадание было. Да, безусловно. Я призываю рыцаря... Але! Отлично. Сэр Алистер Говард поражает щит соперника. Я помню, тяжелые перчатки были. Господа рыцари, готовы? Лесе! Але! К сожалению, ни один из рыцарей не поражает соперника. И третий курс. Лесе! Але! Внимание! Радик, ваша банковская карта найдена и находится на втором КПП. Отличный удар демонстрирует сэр Алистер Говард. Банковская карта, Радик, находится на втором КПП. Копье попадает точно вниз щита, и это одно очко. Я прошу сэра Дитриха по левую руку и Гера Вальтера по правую руку.